К 1 июня из ветхого жилья планируется переселить в общей сложности 1 миллион человек. Об этом на встрече с Дмитрием Медведевым рассказал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин. По его словам, на эти цели за время действия программы с 2008 года пошло более 900 миллиардов рублей. Премьер отметил, что благодаря такой успешной работе сотни тысяч человек уже получили комфортабельные квартиры. На встрече было также отмечено, что в 6 регионах программа выполнена досрочно.